Друзья, всем привет! Пришла посылка из Китая. В ней беспроводное зарядное устройство. С быстрой зарядкой, кстати. Заказывал я его для своего Samsung S7. В общем, сейчас мы его распакуем. Посмотрим качество упаковки, качество самого зарядного устройства. Ну и, естественно, проверим, как работает. Упаковка, как сами видите, обычная пупырка. Ну, в принципе, изделие не пострадало. Все отлично. Зарядка состоит из платы и пластины с двумя катушками. Пластина с защитной пленкой. А под защитной пленкой липкое основание. То есть пластину можно куда-нибудь наклеить. На вид зарядное устройство отличного качества. Выглядит неплохо. Все микросхемы напаяны ровненько. В общем, вид шикарный. А сейчас, друзья, проверим зарядное устройство на работоспособность. Подключим ее к зарядному устройству, стандартному 2-амперному. Зарядка с индикацией. Быстрая зарядка, индикация показывает синий цвет при зарядке. Максимальная мощность зарядки 10 Вт, эффективность 75%, расстояние передачи от 2 до 8 мм. С чехлом заряжается без проблем. В общем, ждем, пока зарядится. Итак, телефон зарядился, индикация показывает зеленый свет. Заряжен на 100%. Итак, друзья, вот такое зарядное устройство беспроводное. В общем, неплохого качества, недорогое. Ссылка на него будет в описании. Можно приспособить в какой-нибудь корпус, также в автомобиль, куда-нибудь под коврик. Ну, у меня на этом все. Ставьте лайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!